Жители города Каспийска активно распространяют в социальных сетях кадры переполненных мусорных баков на улицах муниципалитета, обвиняя МБУ «Зеленый город» в некачественной работе. В свою очередь, представители организации утверждают, что работа по очистке проводится ежедневно, но, к сожалению, люди не доносят мусор до баков, что приводит еще больше к загрязнению. У нас ситуация по мусору в городе тяжелая. В летний период большое количество мусора, повышаются объемы, поэтому справиться с этим мусором тяжело. И если горожане окажут помощь в правильном обращении с отходами, и нам будет легче намного, потому что, как пример могу назвать, улицу Хизрёва, 20, там стоят две лодки, они в метре друг от друга. Первая лодка переполнена, и вокруг нее куча мусора на полу, а вторая лодка полупустая. Ни для кого не составит труда пройти еще один метр и выкинуть этот мусор во вторую лодку. Отметим, что организация привлекает дополнительную технику, ведет работу по очистке баков, а также сотрудники МБУ «Зеленый город» убирают мелкий мусор. Также мы стимулируем наших работников, тех же уборщиц, которые уже в немолодом возрасте, они вынуждены по нашим просьбам выходить, этот мусор вокруг площадок собирать. Пожалуйста, оцените их труд, потому что эти женщины в возрасте, им нелегко в такую жару проводить эту работу. В связи с этим исполняющий обязанности директора МБУ «Зеленый город» Мурат Магомедов обращается к жителям города с просьбой доносить до детей правила выброса мусора и самим им следовать. Благодаря общим усилиям городу удастся добиться чистоты, отмечает Магомедов. Если даже они находятся в 30, в 50 метрах, все мы хотим чистоты. Легче всего взять, выбросить мусор рядом с баками, а потом в соцсетях жаловаться, что у нас не убирается мусор.